Ну-ну. Ну-ну-ну. На место. Успокойся. Вячеслав Витальевич? Чему обязан? Я от Воронкова, Сергея Сергеевича. А, да-да-да. Он мне звонил. Андрей Николаевич? Он самый. Прошу. На место. Прекрасный хрусталь. Сами собирали? Собирают грибы, молодой человек. Могу уступить кое-что? Надо подумать. Но меня, собственно, больше бронза интересует. К сожалению. Жаль. А это что? Что? А, это случайная вещь. Я, собственно, бронзу не коллекционирую. Ну так, может, уступите? Нет. А что, очень понравилось? Приятная вещь. Да. А. Что с вами поделаешь? И откуда же у вас такая старина? Профессиональная тайна. Понимаю. Сколько? Штука. Круто. Не пластмасса. Понятно. Одна маленькая деталь. А именно? Наличных денег с собой не вожу. Подождете? Час. Не уложусь. От силы 2 часа. Не уложитесь в 2 часа, уйдет. Ну так я не прощаюсь, Вячеслав Витальевич. Ну так вы не прощайтесь, Андрей Николаевич. Увидел я эту жирандоль и чуть не ахнул. Розетки синие, пирамиды и подвески, ну, точно как на люстре. Богемский хрусталь. Ну, поднаторел парень. Что вы, товарищи, что вы? Кто же нам эту 1000 утвердит? Что вы? А если на преступника выходим, Виктор Иванович? Ведь уплывет жирандоль, он и от люстры отопрется. А ты поторговался. Поторгуешься с ним, как же, такой волчище. Я спрашиваю, откуда вещь? А он мне, профессиональная тайна. Пожалуйста, пожалуйста, я требование подпишу, но Финчач что скажет? У меня времени час, Виктор Иванович. Ну, давай, давай ручку. Ипполит Фадеевич! За какой-то подсвечник 1000 рублей? Да это, милый мой, грабеж. Статья 145, часть 2. Но ведь дело крупное. А ко мне с мелкими не ходят, молодой человек. Ну, а без денег исхитриться не мог? Никак, Ипполит Фадеевич. Ох, работнички. Ну, ладно. Зайдешь к концу дня. У меня осталось 40 минут. Если вы не даете денег, я иду к генералу. Ну что ты кричишь? Что ты кричишь? Старший лейтенант. Генералу больше делать нечего, да? Большое вам спасибо и до свидания. До свидания. Очень рад. Заезжайте, коли будет надобность. Непременно. Владимир Филиппович, сравни-ка с люстрой. Розетки-то одинаковые, а? И подвески такие же. Да, и похоже, что хрусталь богемский. Я же говорил, с первого захода в яблочко. Брать надо этого барыгу. Погоди, погоди.